Чья? Моя подпись? Это же не мое постановление. А чье? Губернатора? Губернатора. Так, а где ее подпись? У нее, видимо, в кабинете на оригинале. Да? Серьезно? Да. Ставишь видеокамеру сверху высокого разрешения. У них есть. Ну, и все, и срисовываешь все паспортные данные. Опять 6 микрозаймов, короче, это. У людей с карточек списывают деньги. Они пытаются выяснить, что почему. Оказывается, на них были оформлены микрозаймы. Вот что делают. Че, поехали. Че, оформлять, че? Пиши. В нашем заведении можно сидеть только с QR-кодом. А стоять? QR-коды продать можете? Так это же медицинская тайна, разглашение персональных данных. Губернатор. Такой должности нет. Это не документ, подписи нет. Печать не гербовая, никем не подписана. Почему? Ее подпись стоит? Просто где? Покажите. Вы понимаете, как нас дурят? В окно посмотреть. Это же безоплатно. Ничего нам от вас не надо. Мы просто хотим посидеть, посмотреть на хороший вид города Сургута. Есть еще 3 опасных вещества. Это ПГМГ, Адбах и Адыбах. Заставляет верить во все это. Да, я понимаю. Ну, вы сами задумайтесь просто, девчонки. Вы отказываете нам в услуги. Ставим. Не обоснованно. Что мне с вами сделать на софе? Понятие, прости. Нет, это понятно, но... Почему я должна показывать свой паспорт? Вы из полиции? Может, документы на веревку еще повесить с собой? Заметь, про маски уже ничего не говорят. Отказ в обслуживании нарушает мои права потребителя. Самоуправство. Самоуправство, да. Налоговая, полиция, администрация. Сейчас... Они просто сейчас в шоке сидят и смотрят и думают, ни хрена себе второй этот появился. Правозащитник. Мы уже тут 1.5 часа. Ну да. Все. Иисус пришел. Все. Борода – это сила. А что ждать? 1.5 часа уже прошло. Ну, как бы так. Ну, вот так. А как иначе?